Приветствую! Сегодня мы находимся на производственном цехе компании HPY, где я вам сегодня расскажу немного о принципе работы самого оборудования. Здесь мы видим наше классическое оборудование HPY Classic XRT. Но тут же можно продемонстрировать для вас, как это выглядит изнутри и сам принцип работы. То есть, если коротко и простыми словами, отсюда у нас поступает сама руда. Она проходит с помощью ремней до самого датчика со скоростью от 3 до 6 метров в секунду. Крупность руды может быть от 10 до 60 миллиметров. То есть эти цифры у нас взяты непосредственно от клиентов из Китая. Тут доходит до самой части, где у нас обрабатывается руда с помощью рентгенобсорбационных датчиков, то бишь XRT датчиков, XRT система. Скорость же обработки и количество обработки может доходить до 60 тонн в час, в силу малой крупности, которая была протестирована на рудниках наших клиентов. Но в зависимости от образцов, видов руды, которые будут обрабатываться на ваших рудниках, мы сможем точно настроить наше оборудование под ваши требования. Заходите на наш сайт, обращайтесь, будем рады рассказать больше деталей.